Шымкенте случилось очередное дорожно-транспортное происшествие. На выезде из города недалеко от тоннеля Кола столкнулись сразу 5 автомобилей – Mercedes, Nexia и 3 Volkswagen. По словам водителей, все 5 машин двигались на одной скорости, когда впереди ехавшая машина Opel внезапно остановилась, вследствие чего все машины ударились друг об друга. К счастью, пострадавших нет, автомобилям нанесен материальный ущерб. Дорожные полицейские выясняют причину аварии. Бригаду спасателей обратили жители микрорайона Антемах. Там в яму упала корова, и хозяева животного не смогли своими силами вытащить ее. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения в течение нескольких минут вытащили животное. Корова не пострадала. Несмотря на конец лета, не завершается сезон купания, к тому же до сих пор сохраняется высокий уровень пожароопасности. Сотрудники противопожарной службы Орда-Басинского района провели специальный рейд, где раздавали всем жителям, ученикам специальные брошюры по предотвращению пожаров. Ушелді тұсқауы қойылсын.